Студия Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Погода словно поздравляет школьников Старого Оскола с окончанием учебного года. Субботний день благоволит прогулкам. По данным гидрометцентра, 25 мая ясно. Утром температура воздуха будет около 15 градусов тепла. Уже к обеду столбик термометра поднимется до отметки в плюс 20. Вечером и ночью за окном 10 градусов выше нуля. Легкий восточный ветер со скоростью до 3 метров в секунду. Убывающая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление выше нормы 758-760 миллиметров ртутного столба.